Татьяна. В переводе с древнегреческого языка означает «устроительница», «учредительница». Сейчас это имя, которое воспевал не только Пушкин, но и другие поэты, не особо пользуется популярностью. Любопытные цифры. Если в 90-м году, согласно статистике органов ЗАГС, было зарегистрировано почти 1000 новорожденных Татьян, то, например, в 2017-м всего 114. Хотя многим барнаульцам это имя очень нравится. А скажите, много ли у вас знакомых Татьян? Да, у меня мама Татьяна. Так. А мама какая по характеру? Строгая. Серьезная. Какие Татьяны, вот по-вашему? Добрые, впечатлительные, так. Мечтательные. Да разные люди. Так. И характеры у всех разные получаются. Ага. То есть вы думаете, что имя не влияет на человека? Да я думаю, что нет, наверное. Астрологи утверждают, что имя влияет на жизнь человека и его судьбу, ведь случайности не случайны. Хотя многие родители думают, что называют своих детей по принципу «нравится, не нравится». Они ошибаются. У меня мама Татьяна, у меня подруги Татьяны. Мне это имя очень нравится самой. Носительницы имени – это яркие личности с сильным характером. Хотя в них сочетаются и мягкость, и твердость, и решительность, и эмоциональность. Известно, что святая Татьяна является покровительницей студентов, и у молодежи есть добрая традиция. В этот день, естественно, не без помощи представителей церкви, молодежь освещает зачетки. А вот у представителей ГИБДД тоже есть своя добрая традиция. Здравствуйте. Расскажите, в чем суть сегодняшней акции? Мероприятие проходит под названием «Я соблюдаю, соблюдай и ты». Водителям и пешеходам вручаем вот такие тематические воздушные шары. Отрадно отметить, что большая половина участников дорожного движения – сознательные граждане, которые соблюдают правила. Останавливаете машины просто любые на выбор или все же за какое-то нарушение? Останавливаем абсолютно все машины. Сегодня в Барнауле много всевозможных мероприятий, как много и статей в интернете о том, как имя влияет на судьбу человека, его карьеру и здоровье. Но все они противоречивые. Главное, говорят авторы, чтобы имя нравилось самому человеку. С праздником, Татьяна! Елена Кузовкина, Алексей Фризин, наши новости.